начинала, но 90-95% привыкли смотреть в записи, и все это увидят. Итак, мы начинаем с того, что я вас хочу немножко ближе познакомить с Ватинковым. Дело в том, что это особый случай. Вот, когда мы закончим, я показываю то, что у меня есть, вы поймете и почувствуете самое главное. Это надо было Юрию Алексеевичу умереть для того, чтобы занять подобающее место, которое он должен был занимать при жизни. Вот так устроена наша система, наша страна. Вот. И вы прекрасно помните, что он горячий сторонник вегетативной гибридизации. Вот. А это до сих пор вызывает полное неприятие. Вот. Так вот устроен мир. Итак, памяти друга. Мы нашли вот эти вот телемосты с ним. Открывать мы их не будем. Кому надо, они выставлены в гостевой книге у меня. Там посмотрите. Так. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть такая вещь. Вот такая вещь у меня в моем этом самом архиве. В моем архиве есть посвященный ему. Вообще-то это диск, но я его здесь записал. Диск номер 7. Кому надо, там не только уникальная фотография, уникальная личность. Там его материалы. Вот когда я ездил в Москву, я повез туда двоих уникальных людей. И обоих уже нет живых. Ни Татьяны Александровны Ги нет живых. Вот. Ни Юрия Алексеевича нет живых. Сады моих друзей. Этот диск посвящен им. Вот. Татьяну Александровну я с вами знакомил. Толотенкова многие из вас знают не хуже меня. Но все равно надо подвести какой-то итог. Почему подвести итог? Потому что ему теперь предстоит работать в саду, который называется Эдем. В переводе на русский язык райский сад. Вот. Я хочу вам показать то, что случилось однажды в моей жизни. А случилось следующее. Вот. Я ездил по приглашению генерального директора НПО Челябинск. НПО Сады России, крупнейший питомник. Вечерами я был свободен, но в тот момент популярность моя зашкаливала. И вечером, все три вечера, пока я там прожил три дня, ко мне в привокзальную гостиницу валил народ. Такие люди приходили, целыми коллективами. А по памяти и подружиться я смог только с вот этой парой красивой. С Галей и Юрой. Так уж случилось. Когда я вернулся, они мне... Это же воспоминания. Почему? Сегодня 9-й день. Представляете? Сегодня, когда мы закончим, я прошу, друзья, помянуть нашего друга. Он это заслужил. Вот. И... чтобы вы поняли, с кем я это оказался, так сказать, мне посчастливилось связаться, может, такой термин. Мы связаны одной ниточкой. Вот. Он произнес фразу, которая сразу его выделила. Сразу, вот понимаете, помните, сколько говорил? Я один, я один, я один. И вдруг, 10 лет назад, Юрий Алексеевич произносит фразу. Вегетативная гибридизация – это 10-миллиметровый участок от прививки. Все. А теперь вспоминаем мою фразу. Чем ближе к основанию штамба, чем ближе к основанию ветки, вот, тем шансы на получение полноценного вегетативного гибрида больше. Попробуйте теперь сравнить его фразу и мою. Вот, и я тогда понял. С тех пор нас стало двое. Вот это мне повезло. Знаете, как трудно. Если один, то это... Говорят, это мне говорили, ты сошел с ума. Нет, мы третий, был еще Мичурин. Ты сошел с ума. А как я сойду с ума? Это, если это,
Помните поговорку, ту самую знаменитую? С ума сходит поодиночке, а вдвоем мы не могли сойти с ума. И все-таки нам противостали тысячи и тысячи. И вот он мне присылает вот это вот. Я не буду испытывать ваше терпение, многие покажутся мне скучновато. Когда-то кто-то вернется, я прочтет внимательнее вот это. Вот. Ну, скажите, мы два сапога пары, я назвал нас так еще 10 лет назад. Это его материал. Выращивание планируется по возможности без обрезки, кустовым способом, с максимальным использованием зоны слияния и зоны влияния. Ну, ведь это же когда-то попадет в этот самый. Вот уже сейчас на основе его сайта, на основе того, что мы знаем о нем, его статей, уже сейчас книгу надо выпускать. А, ну да, сейчас разбежались. Так. Это вы прочтете сами. Я вначале хотел все это читать, но потом испугался. Ну, поневоле выделишь. Лучшая агротехника уже из ЛВК. В его книге все доступным языком написано. Вот. Чем он хорош? Проверял сорта Боднера и Канченны. Я жаль, результаты не знаю. Хотя догадываюсь. Вот. Персики могут плодоносить в средней полосе России. Да. Помните это самое, что железо, кто там это, голову морочит, какие персики на юге умирают. А у него прекрасно персики плодоносят. А вот результаты. Это все потом уже подробнее. Я вам только покажу. Это самое. Фотографии покажу. А уже читать мы этого практически не будем. Дело вот в чем. Сегодня я разговаривал с его женой. Дело в том, что прислали еще 1000 рублей. Вот. Уже не на похороны, но все равно прислали. Это из уважения к Алексеевичу. Вот. Я, конечно, перешлю. И был повод еще раз сегодня позвонить. И что она сказала? Представляете, я уже сам не ожидал. Вот. Мы будем продолжать. Мы приняли решение продолжать. Конечно, она все узнает, все умеет. Вот. Галя, это второй Ватенков. Вот. Адрес, пожалуйста. А вот и наша Галя. Посмотрите на этот виноград. Сбегали за этим. За валидолом. Нет еще? Бегайте, я подожду. Вот так вот. Раз будет продолжать, значит, будет вот это все вам надо знать. Вот. Ну и я не удержался и сказал: Галь, давай так. Однажды придут наши. Однажды кто-то возглавит Минсельхоз, вот, Академию наук. Может быть, это самое, Министерство науки и высшего образования. Тот из этой троицы. И скажет, срочно выкупить. Продавай, если это все пойдет в хорошие руки. Вот, потому что объем несусветный. То, что оставил после себя Юрий Алексеевич. Но это мое мнение, я высказал. Я имею моральное право для этого, я его друг. Преимущество низких прививок. Ну, что скажете, а? Сколько я нагляделся на этой дури. Чем выше прививаем, тем выше дерево. Тьфу. Это вы тоже потом сами прочтете. Это он нам оставил. Он оставил нам. Вегетативных, это мне же просчете, какой отлуп получаем мы с Латинковым от так, тот, которых называют тимирязевцы. Тимирязевцы. Ну вот, почти добрались и до этого. Знаете, я специально сделал так, смотрите. Это диск про него, но я вставил сюда то, что, ну, потом мы все-таки вернемся к этому.
Ну, когда будет основной вебинар, это все мы прочтем там. Вот. И это мы там прочтем. Понимаете, нету гибридов, нету. Вот сейчас шарики надули, раскрасили, да? Вот. Это тоже нету, это мы потом. Это я уже в это Железов, мой брат Юрий, значит, прислал мне письмо. Бедная эта дама, бедная, у нее имя есть, фамилия. Она не скрывает, она публичный человек. Итак, с этого момента, именно вот с этого, мы залазим в фотогалерею, которая была создана больше 10 лет назад. А после этого получилось ее такое, но я специально, если вы скажете, это начальный этап, ну не начальный, середина, скажем, его карьеры, вот, середина карьеры, то вы можете представить, что было еще потом. Вы видели это чудо? А? Запоминайте, как выглядит академик. Это очень важно. Посмотрите, что мы от него оставили. Какие ручки-ножки. Вот. Нету гибридизации. А это просто его, как этот самый, как это называется, фотогалерея. Вот он мне прислал вот так вот. Любуйтесь, любуйтесь. Я считаю, что я нигде, никогда. У нас есть институты, университеты. Но я такой коллекции слив не встречал. Кстати, у меня до сих пор этого нету. Это самая вкусная слива, какой можно представить себе. Твердая, такая насыщенная. Это, вот, все, некогда было свой сад перенести. Вот и доигрался. Представляете? Это не китайки, нет, не китайки, нет. Китайки тут не найдете. Вот. Китайки это к науке сибирской. Это их предел. Это потолок. Ну как он? Венгерки, да. А Китая тут нет, я вот это убедился. Вот. Остались там, в научных садах. А вы знаете, сколько мне листать? Вот эта фотография, Амур. Вот этот в углу слово Амур. Рука это я говорю. Вот. Вот этот коробок его держит рукой. Вот наша Галя Латинкова. Штук 50 питомников присвоили эту фотографию. Вместе с Галиной рукой. А? Ни стыда, ни совести. Представляете, сколько персики, сколько еще он мог сделать? Он мне прислал эту малину. Видели на моем сайте. Теперь у меня красуется. У меня такое желание. Ну вот краса России, да, крупная. Ну, мне так хочется переименовать Латинкова, но не имею права. Это было давно, 10-15 лет назад он был таким. Молодой. Но они же мне зимой же это было, на улице минус 34. Привозят ко мне в гостиницу эти зимние груши пробовать. А все 20 человек, которые приехали с научных организаций, ни одного плодика не привезли. Присвоил Латинков у них. Я уехал. Когда я уехал, вот, оказалось, что друзей у меня стало двое в семье Латинкова. Все остальные задним числом как пошли. Железов, самозванец, Наполеон. Тут это самое, приехал, пальцы гнул. А я им рассказал, как надо выращивать это все. Вот, а я, оказывается, это. И ничего не изменилось. Прошли годы. Это, вот. И в той научной организации, вот, как сказал этот самый директор завода, фамилию говорить не буду лишний раз, чтобы он врагов не наживать. Ой, директор института Миасского. Как он сказал?
Вот. А у них тут, говорит, в нескольких километрах урожайность 300, не килограмм, грамм. То есть 10 плодиков с дерева мелких. Вот это вот. И вот он вырвался из этого, да. Вот. Стал лидером в нашем кружку. Ну, кружок маленький, наука гигантская, а ей ничего не надо. Погрушев, он тоже, по-моему, первый. У меня после того, как сожгли сад на острове, вот, и первое место я уступил Латинкову, и нет, и не жалею. Мне зато, вернувшись на дачный сад, я стал чистым селекционером. Там я 40 сортов груш потерял, лучших в России. Вот. Ну а дальше что? Дальше про Чернышова. Все. До сюда мы дошли и возвращаемся к нам. Вот сюда. Получается, не сюда, под сюда. Так, 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 так. Как там выбраться отсюда? Как там выбраться и убраться? Ладно. Попробуем сначала вот сюда. Архив. Документы. Этот архив стоит двух Нобелевских премий.